Muito bem. Mas tu vais chegar para aí, mas também contigo, então se eu tenho. Все равно так без башки будем нас видно. Короче, мы делаем корыто для вас. Обычно грели вот шуруповерт. Теперь что, мне не надо уже держать, что ли? Ну, что, надо будет все держать. Кот, главный строитель. Рома, второй помощник строителя. Обзор. Что, ты будешь с ним? Держи. Баба, папа, да. А скажи, как сломал вообще доску? Да я же не вижу, не сломал. Это сейчас... папа не доску, это папа ему кормушку делал. Кормушку, он кушает, он сидит. Нет, как он сломал пол? Скажи, папа. Пол он своим носом разломал. Вот тебе видно уки, а го тоже видно. Гора тоже видно? Ага. Привет. Дети, привет. Сверлуем. Шуруповерт или как? Гриль. Гриль? Это гриль уже умеет сколько лет.
Тут не видно темноте. Это дед умешает. Гвоздями вы бы так хорошо бы не стянули. Уже главное стоите. Значит, доска такая поведенная. И вот это. Я пистолет нашел телефон, наверное, у матери. Что остался? С тебя не видно. Стой, когда ты у меня попадаешь. Слушайте, если его не видно, вот так вот надо снять. Если он у них, я не знаю. У них, я это помню, давал. Интересно ему, что ли? Сейчас будете в кадре. В кадре? Да. Есть. Особенно это сейчас Почем доски? Я сэкономил, я не покупал. Вообще, тридцатка, сороковка, 1040 тенге стоит, 4 метра. Неплохо, как скала. Смотри, как папа делает, учись. Ну-ка, да. Дай-ка мне посмотреть. Ну, на, снимай тогда. Как видаю тебя. Здесь только на меня тяжелый. Так, одну стену просверлил. Теперь вторую. Кожа на стенке. Так, Рома, говорю, не висни на мне, мне тяжело. Я тебя снимаю. Не до конца, или она так и должна быть? Нет, так она будет. Значит, под кожицу она. Ну, надевать-то уже можно сегодня, даже если ты не за силикончик. Нет, не надевать. Сегодня не будем надевать.
В общем, мне все показано, как снять. В общем, папа, папа хочет щель замазать, и что-то не нашел пистолет силиконовый. А он говорит, что типа у наших, но я не знаю. Потом это корыто, он там прибьет полу к стенке, чтобы Вася не катал его по всей. Не выкидывал. Да, он и катает, и выкидывает еду. Без спроса. Какого? Ему хватит. Больше нету досок. Ну как раз это так и надо. Сейчас папа вторую сторону прикрутит. А может нету дошек? Ну завтра, если может, пойдем. Амбиго! Может, у них остался еще прозрачный телефон? Что-то этот коричневый, он, наверное, не подойдет. Деревенеет, как камень, а надо, чтобы он был как резина. Специально, чтобы закручивать. А смола.